Готовлю игрушкам. Привет, Лея! Пинки Пай устраивает вечеринку. И каждый должен принести свой фирменный торт. Вау, как здорово! Но у меня нет фирменного торта. И я не знаю, что делать. Я помогу тебе. Но сначала я надену фартук. И колпак. Радуга Дэш, выбирай, какого цвета будет торт. Какие красивые цвета. Лея, давай приготовим разноцветный торт. Хорошая идея. Держи скалку, будешь мне помогать. Повторяй за мной. А, поняла. Повторяю. Первый корж готов. Делаю следующий. Молодец! Держи желтый пластилин. Okay. Еще один готов. Делаю следующий. Я тоже закончила. Какие разноцветные коржики получились! Это мои любимые цвета! А что будем делать дальше? А дальше нам понадобятся формочки. Теперь нужно надавить. И смотри, что получилось. Цветочек. Давай, Радуга Дэш, помогай. Так, получается. Получился желтый цветочек. Молодец, Радуга Дэш. Конечно, он похож на радугу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Спасибо, Лея! Я точно всех удивлю! Пока! Пока, Радуга Дэш! Теперь и ты можешь приготовить такой же торт своим игрушкам. И снова возвращайся ко мне на мою волшебную кухню. Пока!